ранее совершенное преступление, уличный грабеж раскрыли сотрудники уголовного розыска в Тракторозаводском районе. Несколько дней назад ночью к 37-летнему прохожему подошли неизвестные, выхватили из рук сотовый телефон и имевшиеся деньги, после чего скрылись. Потерпевший обратился в полицию только на следующий день, однако оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний, ранее неоднократно судимый местный житель. Он сознался в содеянном. Устанавливается причастность к грабежу других знакомых задержанного. Приняты меры к возврату похищенного. Возбуждено уголовное дело. Вчера на стадионе «Волгоград-Арена» состоялся матч между командами «Ротор» и «Тамбов», на котором присутствовали около 7 тысяч зрителей. Для обеспечения охраны общественного порядка было задействовано свыше 700 сотрудников ОВД, нарядов патрульно-постовой службы, экипажей ДПС, конной полиции, военнослужащие Росгвардии. За грубое нарушение правил поведения зрителей задержан один человек. Болельщик бросил на поле бутылку с водой. В отношении 29-летнего волгоградца составлен административный протокол. В ближайшее время собранные материалы рассмотрит суд. За данные деяния предусмотрено наложение штрафа в размере до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток и запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок до 7 лет. Полиция напоминает, что места проведения официальных спортивных соревнований оснащены средствами фото- и видеофиксации. В Оловлинском районе полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении ножевого ранения местному жителю. В выходной день возле магазина между двумя постоянно конфликтующими соседями возникла очередная ссора. В какой-то момент один из них, 66-летний пенсионер, чтобы напугать второго, вынес из дома нож и ударил его. Потерпевшего доставили в больницу и прооперировали, а в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.